Всем привет! Сегодня мы рассмотрим посылку из Китая. В данном случае нам пришел кейс для iPhone 4G или 4S. Заказывали мы его 16 сентября. Сейчас 4 ноября. Соответственно, ушло нам полтора месяца. Достаточно долго мы его ждали. Посылку нашу оценили в $2. Заказывали мы подписчице из нашей группы. Она долго ждала этой посылки. Давайте же посмотрим, что же ей пришло. Ага, вот такой вот кейс. Такой очень милый девчачий. Сделан он из материала пластик. Соответственно, будет стойкий к ударам и к царапинам. Давайте посмотрим на ощупь какой же. На ощупь он приятный, я думаю, пачкаться не будет. И вообще очень прикольный. Я бы себе такой заказала. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!